Я сейчас готовила кушать, закончила уже готовку, ожидаем Володю, закончила со стиркой, в общем, сделала массу домашних дел с мытьем посуды. Только что мне попался на глаза пост одной девушки, и она пишет о том, что такое счастье, что может быть счастье для нее, для других людей. И счастье, оно в мелочах, счастье в простых вещах, счастье, оно не вчера, счастье, оно не завтра, счастье, оно сегодня, в данную минуту, в данную секунду. Сейчас, одну секунду, подожди, пожалуйста. Не надо это на меня сейчас накидывать. Подожди, не пожалуйста. Так вот, есть. Подожди, пожалуйста. Так вот, счастье, оно в данную секунду, в данную минуту. Нужно просто подумать и понять, что же делает вас счастливыми сейчас. Мне делает счастливыми, а счастливым мой ребенок. Вот сейчас мне принес подарок, сейчас пойду смотреть. Делает счастливым вкусный ужин, который удался. То, как радуется моя семья, поглощает этот ужин, вот, как им вкусно. Для меня счастье – это когда ребенок приходит из школы счастливый, и когда он мне рассказывает, что нового произошло у него за день. Счастье – это когда кот жмется ночью к тебе лапками и утыкается в тебя носиком, вот, и мурчит, громко-громко мурчит, такой теплый, пушистый, уютный. Счастье – это смотреть на дождь с какао в руках и стоя возле окна с любимым человеком. Счастье – это когда твои близкие не болеют. Счастье – это когда ты видишь радостные глаза мамы от того, что она просто очень много ходила и очень много каких-то мест интересных увидела и делится этим с нами. Счастье – это улыбки твоих родных и близких. Счастье – это вкусный и теплый чай с лимоном по утрам. Это счастье – это встречать мужа после работы. Счастье, оно здесь, оно вот оно. Счастье в каждую минуту нашей жизни, но мы просто не видим его. Нужно хорошенечко вглядеться, и даже простые, обыденные вещи станут счастьем для нас. Я пошла смотреть подарок.